Чувашия стартовала и открытое первенство по конкуру. Юлия Важенина знакомилась с наездниками и их партнерами. Конкур – один из самых зрелищных видов конного спорта. Существует чуть больше 200 лет, входит в число олимпийских видов спорта. Его любят и в Чувашии. Сегодня в Новочебоксарске стартовало открытое первенство республики по конкуру. Участники и их партнеры должны были преодолеть препятствия с наименьшими потерями. В целом, Кара выступила хорошо, просто надо мне больше работать, чтобы уже ехать чисто эти маршруты. Кстати, Каре уже довольно сложно преодолевать такие барьеры. Эту лошадку можно причислить к ветеранам конного спорта. Ей 16 лет. А это солидный возраст для животного. Кстати, лошади и их наездники должны меняться парами. Юные всадники должны часто менять партнера, чтобы не привыкать к одной лошади манере, да, а вот именно находить ключик к разному. У каждой лошади своя манера движения, характер. Настя Чебиркина и лошадь по кличке Мечта Поэта занимаются вместе уже год. За это время они изучили друг друга. Мечта Поэта очень сложная лошадь, потому что у нее свои тараканы в голове. Она очень нервная и восприимчива к любым факторам окружающим. Я стараюсь быть более спокойной и равнодушной к ее психам, бзикам. И вообще ласково с ней быть. Кстати, участвуют в соревнованиях не только наездники из Чувашии. К нам приезжают спортсмены и из соседних республик. Например, Юля Голубева уже второй раз на нашем первенстве. Она приехала из Йошкар-Олы вместе со своей партнершей, лошадкой Бьюти. Ну, я занимаюсь конным уже конным спортом пятый год. С Бьюти я занимаюсь уже третий год. И на соревнованиях мы выступаем часто. И на эти соревнования я выступила, ну, я не очень хорошо, эта лошадь во всем была. Она везде меня выручала, везде помогала мне. Программа открытого первенства рассчитана на 2 дня. А это значит, уже завтра юные наездники снова попробуют преодолеть препятствия. Кстати, для спортсменов и тренеров это один из важнейших стартов в сезоне. По его итогам проводится отбор в состав детской и юношеской сборной Чувашской республики. Так что пожелаем удачи участникам. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.